Максим, а можно мне воды? Воды? Чай? Там у меня кофе есть, мне воды. Мне можно с крана. Сейчас найдем. Да и мне можно с крана, я не стесняюсь. А ну я ж дома. Сейчас. Сейчас выражу, не изучаю. Да, конечно. How are you, deep love? Как дела у вас? Good. Oh, Lana is good. So, I will also listen to you. Thank you. Welcome again. Спасибо. Спасибо, что пришли. Thank you for joining me. Что присоединились. Вот знаешь. So we are doing the regular practice of one meditation. Так мы выполняем регулярную практику одной медитации. So, when you listen to that talk, когда вы слушаете эту беседу, pay attention to that talk also. Be very clear. Обращайте внимание на эту беседу, уясните ее себе. How many of you did the practice yesterday? Сколько из вас делали практику вчера? Okay, good, good. No, it's okay. So in our tradition, the master defines the self. В наших традициях мастер определяет истинное я, себя. So in defining we say what it is not and what it is. Под словом определяет мы имеем в виду, что есть, а чего нет. Right. Что не является и чем оно не является. So when I say who is Dennis? Dennis is not Tanya. Dennis is not Katya. Dennis is not Sasha. Когда говорим, Денис это не Таня, Денис это не Саша. So we have also to understand clearly what self is not. Нам нужно четко понимать, что не является. Why? Почему? Mind goes back to what it is not. Ум возвращается к тому, что не является этим. And then we come to the self. И тогда мы приходим к истинному я. So in the first lesson we taught it is not sleeping. Так на первом уроке мы говорили, что не является сном. Do you remember? Помните? Истинное я не является сном, глубоким сном. It is not waking. Истинное я не является пробуждением. It is not dream. Не является сном со сновидениями. So when you are not a waker in the waking state and you have a stress, you are not the stress also. Итак, если вы не являетесь тем, кто пробудился в состоянии пробуждения, это я что-то запуталась. То у вас и стресса нет. Вы не являетесь тем стрессом, который у вас якобы есть. In sleep, are you husband or wife? Во сне являетесь ли вы женой или мужем? No. Нет. So, because you are not there,
In waking state also, the husband and a wife are simply labels. Итак, если вы не являетесь этим в состоянии пробуждения, то муж или жена это всего лишь ярлыки. Then what should we do? И что же нам делать? When you are with your husband, play role of a wife. When you are with a wife, play role of a husband. Когда вы рядом с мужем, играйте роль жены. Когда вы рядом с женой, играйте роль мужа. And remain happy. И оставайтесь счастливыми. Why the problem comes when I become husband, when I become wife, when I become son, when I become child, when I become businessman? Problem comes. Когда возникает проблема, когда я становлюсь женой, мужем, сыном, не просто играю роль, а становлюсь им. I'm not dream. Я не сон. I'm not sleep. Я не сон без сновидений. We have cleared what I'm not, then who am I? Итак, мы выяснили, кто мы, кем мы не являемся. Тогда кем же мы являемся? Who am I? Me, Lena will say, no, I'm Lena, after all. Лена бы сказала, ну, я Лена. She says, we are peace and happiness. Yes. Да. So mind should remind you that I'm peace and happiness, love and wisdom. Come on, Sveta, you have another here. Come here. Света, вам сюда. Света, Света. Итак, see that? Ум напоминает нам о том, что мы являемся миром, любовью, мудростью. But when you do not understand what I am not, it becomes difficult for you to what you are. Но если вы не понимаете, кем вы не являетесь, вам сложно понять, кем же вы являетесь. Are you clear? Ясно? So from today, you all are peace, happiness, love and wisdom. Class is finished. Итак, с сегодняшнего дня вы все это мир, любовь, счастье, мудрость. Ну, все, занятие окончено. I'm reminding you for another 2 minutes, then we will do the practice. Напомним еще 2 минутки, а потом сделаем практику. Class is not finished. Why? Класс еще, урок не закончен. Почему? 4 steps. I don't know. Now I know it. 4 шага. Первый, я не знаю, теперь я это знаю. I don't understand. Now I understand. Who am I? Я не понимаю, но теперь я понимаю, кто я есть. Only the second step is done. Сделан сейчас только 2-й шаг. What is the 3rd step? Какой 3-й шаг? I don't experience. Я это не ощутил, я это не пережил. So I have to practice. Итак, мне нужно практиковаться, делать. It is the practice that brings an experience. Только практика приносит это ощущение. Вы можете пережить это путем практики. You cannot enjoy the taste of the food by looking at the menu. Вы не можете насладиться вкусом еды, всего лишь посмотрев на меню. You have understood. In a restaurant, what is this food? What is this recipe? You have understood, but unless you eat it, you don't experience. В ресторане вы можете посмотреть и понять, что это за блюдо, как оно может выглядеть, как оно может быть во вкусу. Но пока вы его не попробуете, вы не узнаете его вкуса. Are you clear? Понятно. One more point. Еще одна заметка. In the first lesson, what did we talk about? Waking and awakening. Do you remember? Так на первом уроке мы говорили о пробуждении и о просветлении. Помните? Do you remember? Помните? Mm-hmm. Yeah. I trust you all remember. Верим, что помните. But I still understand that you all are so busy. The moment the class is done and the moment you go out, the same stress, same anxiety, same problem. Но Руджи понимает, что в тот вы все понимаете, вы все знаете, но в тот момент, когда закончится наше занятие, вы выйдете и снова стресс, снова проблемы, снова начнете жить прежней жизнью. It happens. Случается ли так? And still you claim that you listen to me.
Но все же вы продолжаете утверждать, что вы слушаете учителя. You guys are very good. Вы классные. I have to remind. Нужно напоминать, короче, нужно напоминать. What I talk, the moment you go out, start talking to your mind. Когда вы выходите, same principles. Начинайте говорить у себя, мысленно у себя в уме такие же принципы, то, о чем говорят вам на занятиях. And what we talk? О чем мы говорим? Same husband, same wife, same problem, same stress. Все тот же муж, та же жена, тут те же проблемы, тот же стресс. So then comes the practice. Вот тогда нужна практика, приходит практика. Let us start. Давайте начнем. Close your eyes. Закройте глаза. Sit or lie down. Либо let us lie down. Ложитесь. After the break. Yes, of course. Yes, yes. If it's possible. Yeah, sure. Because today I'll leave that screen again. Okay. Because I have classes to do. Eyes are closed. We start the practice of soham meditation. Глаза закрыты. Начинаем практику медитации soham. You're comfortable. Вам удобно. So we practice. Итак, мы выполняем практику. And experience being comfortable. И ощущаем себя комфортно. I think you are clear now. Being comfortable and carefree does not need any mental effort. Груджи думает, что сейчас вам ясно, что ощущение комфорта и беззаботности не требует от вас никаких усилий. They're looking at the neck joint. You feel the sensation being comfortable and steadiness. Итак, вы чувствуете шею, чувствуете комфорт, неподвижность, ощущение. You look at the shoulder joints. Почувствуйте плечи. Mind is still looking there. Ум смотрит на них. So it feels. И он чувствует. Sensation being comfortable and steadiness. Плечи чувствуют комфорт, ощущение и неподвижность. Are you clear why we are doing this step? Вы понимаете, почему мы делаем этот шаг? To leave the world outside. Чтобы оставить мир снаружи. I have to be with myself. Нам необходимо быть самим собой, наедине с собой. And still your body moves, it means the mind still is running outside. И когда ваше тело двигается, это означает, что ваш ум все так же пытается выбраться наружу. Hip joint, feel the sensation, being comfortable and steadiness. Бедра, почувствуйте ощущение, комфорт и неподвижность. Are your eyes closed? Ваши глаза закрыты. You feel the eyes are closed and there is only the darkness in front of your eyes. Вы чувствуете, что ваши глаза закрыты и перед вами только темнота. The entire body is comfortable sensation, you feel it, and there is a steadiness. Все ваше тело, вы чувствуете ощущение, неподвижность, и ему комфортно. So today is the third session, third modified practice of Soham meditation. Итак, сегодня третий урок, сегодня будет улучшенная медитация Soham. So when you do these first two steps for about a week, in the third week, так если вы будете делать эти два шага две недели, то на третьей неделе you are comfortable, вы чувствуете себя комфортно, you experience the steadiness, вы чувствуете неподвижность. How do you know you succeed?
Как вы знаете, что вы? I will not speak for about a minute, and you remain in that state of being comfortable. Как вы узнаете, что вы добились успеха, даже если Гуруджи не будет говорить об этом, вы уже чувствуете, что вы неподвижны и вам комфортно. You're not looking at anyone, you're looking at yourself, my friends. Вы не смотрите ни на кого, вы смотрите только на себя, друзья. Now being carefree. Сейчас оставайтесь беззаботными. You understand it with clarity. Вы это четко понимаете. Thoughts are coming, going, staying. Мысли приходят, уходят, могут оставаться с вами. What you do? Nothing. Что вам делать? Ничего. Snowstorm, you move inside the house, you do nothing. На улице снежная буря, вы бежите в дом. Не делайте ничего. Same way. Another 30 seconds. I'm not going to speak. You remain aware the thoughts are coming and going. Let them come and go. Так следующие 30 секунд Гуруджи не будет говорить, но вы должны осознавать, вы осознаете, что мысли приходят и уходят. Пускай так и будет. Now remain natural. Оставайтесь естественными. So the next step that we have done. Так следующий шаг, который мы делали. That step is purifying the mind. Этот шаг заключается в том, чтобы очистить ум. So today is the third session. So we need not to do those three-step breathing where the body moves. Так, сегодня уже третье занятие, нам не нужно делать практику, дыхательную практику, двигать ум. So how we purify the mind through the breathing? Как мы очищаем ум посредством дыхательной практики? We just do the practice and keep looking into the space inside the forehead. Мы выполняем дыхательную практику и продолжаем смотреть на пространство во лбу. Looking inside the forehead in the space and start breathing from the chest for 1 minute. Quick and fast. Посмотрите на пространство во лбу и начинайте быстро дышать грудью. 1 минуту. And stop it. Закончили. Next 30 seconds. Следующие 30 секунд. In the state of sensation and the stillness, you recognize the sensation and accept it. В следующие 30 секунд в состоянии неподвижности вы узнаете эту неподвижность и принимаете ее. Do nothing.
Ничего не делайте. Not even any movement of the body. Даже не двигайте телом. No, but thoughts are coming. Но мысли приходят. But you're not thinking. Let the thought come and go. Но вы не думаете, пускай приходят мысли и уходят. We are deepening the practice of meditation. Мы углубляем практику медитации. Now looking deep inside the forehead in the space again and start breathing from the belly, from the stomach, little longer. Итак, продолжайте смотреть на пространство во лбу и начинайте дышать животом. Stop this breathing. Остановитесь. 30 seconds. 30 секунд. Recognize the sensation and simply accept it. Почувствуйте эти ощущения и примите их просто. It is your experience. Это ваше переживание, это ваши ощущения. Your mind may say something, let it say, but remain as you are. Ваш ум может говорить что-то, пускай говорит, вы оставайтесь так же, как и были. Now, looking again deep inside the forehead in the space. Снова посмотрите глубоко в пространство во лбу. This time you have to breathe both from the belly and the chest, but keep looking deep inside the forehead in the space and start the breathing long, deep in the hissing breath. Сейчас мы дышим и грудью, и животом с шипящим, длинным вдохом. Long, deep in the hissing breath. Длинный, глубокий, шипящий. Не забывайте смотреть на пространство во лбу. And stop it. Закончили. The next step we did in the first and the second day, look at the head and the neck. Следующий шаг, посмотрите, почувствуйте шею и голову. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление и неподвижность. Right arm. Правая рука. In the first session I said, move the mind. On the entire right arm, feeling the touch in the entire right arm. На первом занятии Гуруджи говорил, перенесите ум на целую, полную правую руку,
ощутите, почувствуйте все ощущения в правой руке. And experience sensation, relaxation and stillness. И почувствуйте ощущение расслабления и неподвижность. Look at the left arm. Посмотрите, почувствуйте левую руку. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление и неподвижность. The chest and the belly. Грудная клетка и живот. Experience sensation, relaxation and stillness. Почувствуйте ощущение, расслабление и неподвижность. Right leg. Правая нога. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление и неподвижность. Left leg. Левая нога. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление, неподвижность. Entire body. Все тело. Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, расслабление, неподвижность. Look inside the heart. Посмотрите внутрь сердца. What is our goal? Какова наша цель? So sankalpa comes. Resolution comes. Sankalpa. Sankalpa comes. Looking inside the heart, in the space. Посмотрите на сердце внутри, на пространство. Satyoham, I am the truth. Я правда. Budhuham, I am the pure awareness. Я чистая осознанность. Shantoham, I am the peace. Я мир. Gyanoham, I am the knowledge. Я знание. Premoham, I am the love. Я любовь. Anandoham, I am the bliss. Я блаженство. That is what the real self is. Это то, что является истинным я. So in this session, it is just a reminder. Так на этом занятии это всего лишь напоминание. Now we will take the mind deeper within to see that self. Итак, сейчас мы переместим ум глубже в себя, чтобы увидеть это истинное я. Looking at the breath going in and out. Почувствуйте, как у каждый вдох и выдох. No change in the rate and the rhythm of the breath. Не меняете ни частоту, ни ритм дыхания. You continue to experience the state of sensation, relaxation and stillness. Вы продолжаете чувствовать ощущение, расслабление и неподвижность. First three stages to challenge the mind. Первые три шага это чтобы бросить вызов уму. Mind says I cannot do it, and you continue. Ум говорит я не могу этого сделать, а вы продолжаете. Mind may have some thought, and you continue with the mantra. Ум может иметь некоторые мысли, но вы продолжаете с мантрой. So you tell the mind that I'm saying soham, and if other thought comes, it means I can say two times or I can say three times. Итак, ум имеет мысли, но вы говорите soham, и дальше вы говорите, можете говорить soham дважды, либо трижды. So the problem becomes an opportunity. И проблема становится возможностью. So looking at the breath. Так посмотрите на дыхание. When the breath comes in, goes in, say shan or say soham. Breath comes out, soham. Итак, на вдохе говорим soham, на выдохе говорим soham. Every time you say soham, you're looking inside the heart. Каждый раз, когда вы говорите soham, смотрите глубоко в свое сердце. As if you have found. Как будто бы вы нашли. Continue. Продолжайте.
now understanding your experience. Сейчас поймите свои ощущения. Everyone was in the state of sensation, relaxation, stillness. That should continue. Каждый из вас был в состоянии расслабления, неподвижности. Awareness of the breath. Продолжайте осознанность дыхания. No change in the rate and the rhythm of the breath should continue. Не меняйте ни ритм, ни частоту дыхания. But your mind will say, I said one soham and there were thoughts. Но ум скажет, я говорил сухам, но были мысли. What is that understanding? Что это за понимание? That there is a space left. Что осталось пространство. Let us start two soham with every breath going in and out. Давайте на каждом вдохе и выдохе говорить сухам дважды. But no change in the rate and the rhythm of the breath. Но не меняйте ни ритм, ни частоту дыхания. No change in the state of the body. Не меняйте положение тела. Mind will say, "Let I can do it three times." Ум будет говорить, я могу делать это трижды. Remember what is discipline. Помните о дисциплине. So you return to two soham. И нужно возвращаться к двум сохам. Mind will say, no, I did the practice differently. Ум будет говорить, нет, я по-другому делал практику. Remind you're working on the mind or mind is working on you. Помните, что вы контролируете ум, а не ум контролирует вас. So you are bypassing the difficulties and the challenges the mind is posing on you. Итак, переходя через вызовы и трудности, ум меняется. Continue. Two soham. Продолжайте. Дважды soham. Looking inside. Смотрите внутрь. Every time you say soham, and as if you have found it. Каждый раз говорите soham дважды, и вы найдете это. During the practice, the mind may react. Во время практики ум может реагировать. When you're driving a car on the road and there is a car in front of you, you don't hit the car. Когда вы едете за рулем, перед вами появляется машина. You don't say it's a problem. Вы не допускаете столкновения, вы не говорите, что вот есть проблема. Now we have to apply the same principle while saying soham three times. Нужно применить такой же принцип, когда будем повторять soham трижды. State, sensation, relaxation, stillness continues. Ощущение, расслабление, неподвижность продолжается. No change in the rate and the rhythm of the breath. Дыхание не меняет ни ритм, ни частоту. Breath goes in, soham, 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 three times. Breath comes out, soham, 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 three times. На каждом вдохе soham, 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 трижды. На каждом выдохе точно так же soham, 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 трижды.
continue to educate the mind. Продолжайте обучать ваш ум. Now we have no resistance from the mind. Теперь наш ум не сопротивляется. And we return to two Om with every breath going in and every breath coming out. Теперь мы возвращаемся к тому, что говорим Ом дважды на каждом вдохе, на каждом выдохе. And if the mind is living within, если ум живет внутри, we experience simply the space in the mind. Мы переживаем просто пространство в уме. Soham. Continue with the soham two times. Breath goes in, soham, soham. Breath comes out, soham, soham. На каждом вдохе soham, soham. На каждом выдохе soham, soham. Продолжаем. Now breath goes in only one soham, breath comes out soham. Теперь на вдохе один раз soham, на выдохе один раз soham. Looking inside the heart, here is soham. Смотрим глубоко в сердце, там soham.
Now do nothing, no soham. Теперь не делайте ничего, не говорите сохам. In the state of doing nothing. В состоянии, когда мы не делаем ничего. Something happens. Что-то происходит. Let us chant together. Давайте петь вместе. Another breath. Еще один вдох. Shanti, shanti, shanti. Take your breath in a very normal, deeper, relaxed way. Вдыхайте естественно, расслабленно, глубоко. Your mind on the left hand. Левая рука. Lift your both the palms. Place it on your eyes. Закройте глаза руками. Open the eyes inside. Откройте глаза под ладонями. Know your experiences. Осознайте свои ощущения. Bring the hands down. Опустите руки. Sit up. Вставайте. And stop your recording and restart. Остановите запись, можете начать ее заново.